Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. Сережа Изовский с вами, риэлтор из Аликанте. Плюс 34-663-943-5750. Вибер, ватсап. Любая недвижимость в этом городе и провинции. Там вы слышите какое-то шествие. Но репортаж не об этом. Здесь пускают пузыри. Репортаж о том, что к нам в гости приехала Светик из Праги. И они ходят здесь, смотрят всякую бижутерию, платье, еще что-то. И я решил включить камеру. У меня, как всегда, случайно с собой оказалась камера. Я спросил Светика, не стесняется ли она сниматься на видео. Она говорит, да мне пофиг вообще. Ну и вот и все. И я буду вам снимать сейчас о том, что у нас в репортаже, что у нас вот здесь есть ярмарочка небольшая. Сейчас 7:30 вечер. Сейчас до них дойду. Что у нас здесь на этой ярмарке продается? Я уже рассказывал девчонкам, что масса изделий, конечно же, выработана в Китае. Китай – это сила. Но что-то есть национальное. Допустим, вот эти все вещи, скорее всего, это все из испанских камней каких-то. Что стоит это? Ну вот, смотрите, одна штучка 3 евро. Сейчас девчонки получше расскажут вам. Я об этом, честно скажу, не очень шарю. Что им понравилось? Им понравилось, что можно заказать себе вот такую вот часу, и там можно вашу фотографию разместить, выжженную лазером по дереву. О, как! Такого я в том году не видел. Идем. Идем, поглазеем сейчас с вами. Здравствуйте, девочки! А это Светик из Праги приехала. Она с Ларисой много лет в салоне в парикмахерском работала вместе с Ларисой, который у Ларисы был в центре Праги. И вот она приехала в гости. И они тут смотрят всякое барахло. Что выбрали? Это не барахло, это красота. Это булыжники. Это агат. Агат. Местный? Местный, да. Красиво, конечно. Вот поэтому именно я говорю, жениться нельзя, потому что денег никогда не будет. Столько красоты всю жизнь можно копить, копить, копить. И все тратишь на женщин. Они все это одевают, ходят, блестят, блескают. Очень красивые камни, кстати. Очень, да, да. Смотри, какой интересный. Красивый, да. Агат, он разный бывает. Это все агат? Агат, да. Да, написано. Агата. Агата – это агат. И вот можно также надеть камушки на уши. Это подвеска. Подвеска? Да. Нифига не шарю. Я больше люблю, когда женщина голая, без всяких этих вещей. Вот этих. Потому что мне кажется, это красивее в 100 раз. Гри? И мы идем дальше и смотрим. Здесь бижутерия какая-то тут. Ой, бижутерия, боже мой. Как она называется, вот это все вот. Я, короче, после свадьбы потерянный. Гульнули мы хорошо, друзья. Что это? Юбочка, штанишки, юбочка. Как я понимаю, Италия. Мода Италии. Италия. Китай ядрит твою налево. Мода Италии. И что же, по-моему, такое материал, да? Лариса, посмотри, какое у тебя прекрасное платье. Зачем тебе еще одно? Чтоб еще было. Плюс один, знаешь. Пойдем что-нибудь африканское посмотрим. Ола. 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 Какой красавец, да? Мужчина красавец. Здоровается, культурный. Собачки разные.
Всякое барахло, ребят. Ну, очень много всего, очень много. И вот эта ярмарка, она состоит из двух рядов. Вот слева один ряд, там у нас казино, и здесь целый ряд. Для туристов, все для туристов. Только чтобы вы имели деньги, и все для вас продается. На память можно многое купить. Вот серебро я вижу. Или по серебро. Вот что мне как мужчине бы интересно было. Кепка. И чтобы здесь было выгравировано спайнту. Боже мой. Автоматы. Пистолеты. Оля. Ну, на память часто приобретают вот такие вещички, конечно же, вот эти. За 2 еврика здесь символы Испании. И бык тут, и так далее. Продавцы, конечно, здесь собраны со всей планеты, наверное. И пакистанцы, и арабы, и испанцы. Где-то здесь знакомая может быть. Может, встретим. Раисия, ну что ты себе выбрала? Легкое платье? Легкое воздушное платье. Раисия выбрала себе. Пойдемте дальше. С женщинами ходить, это, конечно, мучение. Они так долго останавливаются у каждого прилавка. Вот мы мужики, мы быстро сканером так. И все. И пошли дальше, побежали. По карманам похлопали, денег нет. Бежим дальше. А женщины, даже если нет денег, они ходят, выбирают, смотрят, прицениваются. И потом бац, и у тебя, оказывается, есть деньги. Ой. Мы тебя потеряли, зайка. А если бы юбку купила, хочешь? Я же говорил, что у меня нет денег. У меня они есть, тебе не надо. Деньги. Обалдеть просто. Ну давай, тряхани обновкой. И куда это одевается? Красота какая! Ух ты! А я бык, короче, испанский, да? Вот она, где была. А я думал, Лариску увезли, она юбку себе купила. Я говорю, нет денег. Нет денег. Денег нет, говорю. Она, а у меня есть, говорит. €15 всего лишь. Боже мой. Ну вот, видите. Ты довольна? Мы можем идти уже домой? Вот нельзя с женщинами никуда выходить. Ну нельзя. А потом спрашивают, почему у тебя нет денег? Ну откуда будут деньги-то? Еще у нее лежат дома куча всяких разных безделушек. У нее там целый шкаф забит золотом и всем. Я не буду показывать это, потому что меня тогда ограбят. Мы остановились, и девушка рассказывает нам, что вот этой штукой делается депиляция. И она мне провела по руке, смотрите, и здесь обнаружилось отсутствие волоса. Теперь я могу идти в гей-клуб. €23 вот такая штучка стоит. Ей надо водить кругами. Лариса решила ознакомиться в интернете с этой штукой. Она как наждачка работает. Она мне потерла по руке, бац, и волоса нету. Идем дальше. Что нам еще предложат в прекрасном городе героя Аликанте? Какие-то утюги. Вечереет.
Фарточки можно купить. Даниэла. 20 евро фарточек, нормально так. 19. А, тут прям тебе и вышьют, пожалуйста, твое имя. Классно. Сервис расширяется, я смотрю. Пока мои девчонки там смотрят себе дальше вещи, я вам покажу опять горестную вещь. Вот здесь стоял наш большой-большой парусник, и его ночью оттащили. Я снимал об этом репортаж. Но я снимал о том, когда он стоял последний день. Я думал, когда же его потащат? Полиция стояла целый день, и там что-то ходили, они внутрь и так далее. Но я не успел захватить. Потом видел у знакомой на канале о том, что вот она сняла, как его оттаскивали. Почему вечером, не знаю. В общем, грусть, печаль. Нету здесь корабля. И набережная, вот это вот, пирс, он сейчас совершенно свободен. Чего-то не хватать стало. Ну ладно. Пойдемте посмотрим, что еще здесь интересного есть. Ой, летают пузырьки какие. Ой, ой. Вау. Ничего себе, как он летит далеко. Здесь также можно купить и всякие испанские дела. Орешки, миндаль. Ну, сладости различные. Чтобы успокоить свою душу. Можно попробовать. А что это? Это вкуснятина. Смотри, какая вкуснятина. Это не для меня. Идем. Шляпки. Шляпки красивые очень. Да. А где же мои девочки? Очки. Часики. А, вот они, мои девчонки. Какие-то надувные батуты. Девочки, что еще вам нравится здесь? Вам дать свою золотую банковскую карту? Ложиться на нее. Кванто? 7. Кванто? 10. 10 евро. О боже, какой ассортимент трусиков разных. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо же. Женских. Комплекто даже есть. Ой, какая красота-то. Даже не представляю себе свою жену вот в этих вот трусиках. Непривычно, оригинально. О, да тут их много. И женщины интересуются, кстати. А здесь туфельки можно еще купить различные. С кристаллами Сваровски. Сумки кожаные и не кожаные. Это кожаные сережки. Все кожаное? Это все кожаное. Смарокко в основном. Да. Смарокко. Вот здесь солнце, это ассоциация с нашим городом. Недавно мне сказали, что город Аликанте сухой город. Я задумался. Сухой город Аликанте. Да, красиво очень. Для денег зеленое очень хорошее. Для денег зеленое очень хорошее? Да, и сколько стоит, надо купить себе такой зеленый. А вот в Праге такого не продается? Нет, не продается. 12 евро. Угу. Никогда не знал, что зеленый цвет для денег. Для денег, да. Ну, серьезно? Капуста. Да. Прикольно. Человек не может знать всего в своей жизни даже. И вот Светик сказал, что для денег зеленый цвет идет. Кто бы знал?
Слава богу, мы закончили поход и идем посмотреть наконец-то. Идем посмотреть, что же там за шум-то такой. Ну вот, мы почти дошли, а музыка остановилась. Туристов у нас, конечно же, тысячи людей приехали. А вот этого я знаю чувака, он постоянно сидит, деньги просит. И ему дают. А это что за трубы? Сколько людей, боже мой. А мы идем, хотим покушать мороженого. Мороженое. Пойдем, мы тебе покажем лучшее мороженое в Аликанте. Что здесь было? Какой красивый костюм у мальчика. Ну а здесь вы знаете уже по моим видео, что продается масса тоже всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Аликанте, пожалуйста. Аликанте. Испания. Ручная работа, все. Дедушка сидит и собственными ручками рисует. Вот такая красота. И вот, насколько я знаю, им за 3 копейки эти места дают для того, чтобы они радовали людей своим трудом. Ну, аренда копеечная какая-то. А то и, может быть, и вообще нету, я не знаю. Ну, может быть, 5 евро в день. Здесь же наши друзья из Африки делают вам красоту. Это... косички различные. Ой-ой-ой. Ой. Боже мой. Я в детстве гонял колесо, обод. А сейчас сколько игрушек. Да. Мир меняется. Обод. Обод был такой металлический. И проволока. И мы гоняли ее. Я лично гонял. Вот так вот. А сейчас все, электроника, батарейки. Здесь тоже, друзья, мы отошли от той ярмарки. И попали, где же моя родня? А, вон они. И попали на следующую ярмарку. То есть лето это ярмарка в Аликанте. Бесконечная. Не останавливающиеся. Ой, какие красивые косички. Идем за мороженым. Мы всегда мороженое кушаем не вот в этом магазине, йо-йо, а рядышком. Почему, не знаю. Вот там нам нравится всегда. Вот, сейчас поедем. Что будем брать? Мне шоколадное. Я ваниль не очень. Мне шоколадная. И еще... Да не, просто... А! Мне с ягодками С ягодками, Лариса. С ягодками. Шоколад и ягоды, что ли? Шоколад и ягоды не идет? Ну, я извращенец. Ну, ягоды какие? Вот это вот. Ну, вот это так. Можно мне. Амарена. Комцереса. Очень здесь вкусное мороженое, очень вкусное. Das ist fantastisch. Здесь, как мне рассказывали, когда-то очень давно, что здесь типа семейное мороженое фирма. И они очень тщательно относятся к качеству продуктов. И поэтому мы сюда ходим, и правда очень вкусно. Очки. Вот оно. Вот оно это. Коктейль-бар.
и мороженое. И даже кафе они сейчас сделали. Вон там можно сесть, посидеть. Тут же можно и даже уже и футбол посмотреть. Мне принесли мороженое. Я вижу шоколад свой любимый. Кажется, манго. И что-то здесь еще такое интересное. О, вафли! Ни один настоящий мужчина не кушает мороженое в вафельном стакане. Почему? А мы не мужчины, поэтому... Западло называется. А что вкусно. У тебя, Светик? У меня фисташковое и кокос. Кокос? А, зеленое это фисташковое. Ну, Сереж, ну ешь, пожалуйста. Ну, сейчас, сейчас, ну подожди. А Раисия что ест? Опять. А, помру, не буду знать. Опять все, вафля. А там опять звучит музыка, а мы едим мороженое. Только едим. Жить хорошо, а жить хорошо еще лучше. Хорошо жить еще лучше. А хорошо жить еще лучше. Вы меня поправили. Так, компостировали. Мы поели мороженое, и я еще вам сниму. Все, други, пошли мы домой. Сейчас написано вон там, вон. Сейчас скажу, сколько градусов. 29 градусов тепла. Офигеть. И 21.36. О, а уже 30. 29 было 30. Пока всем. Мы продаем недвижимость давно в Аликанте и сдаем в аренду квартиры, в том числе даже вот на этой улице. Чао!